Хоба! Приветствую всех подписчики и новые зрители, вы на канале Нерью. Вы когда-нибудь видели, чтобы играли во взводе, но без взвода? Если нет, то добро пожаловать! В этом видеоролике вы увидите невероятное событие в игре Мир танков. Играет у нас девочка с ником InStress, весь такой, смотрите, цветочный, всякие там фонарики, короче говоря, девичий камуфляж. На хоре 3, по всей видимости, берет 3 отметки. Ссылочку на девочку, ее зовут Наташа, я оставлю в описании, так что подписывайтесь, если хотите увидеть максимально бомбящие стримы, ну и, естественно, хорошую скиллованную игру. Короче, сегодня мы вместе с вами смотрим, как нагибать на хоре на карте Прохоровка. Можно не просто стоять в аллее в кустах, можно поехать в центр карты и здесь начать разваливать. Потому что хори это штурмовая ПТСАУ, которая будет, естественно, видоизменена в будущем обновлении. Какое там будет? 1.25. Из нее сделают снайперскую ПТСАУ, улучшат ей точность, но понерфят количество очков прочности и броню. Однако... Я еще не играл на этом танке, но, может быть, он станет либо лучше, либо хуже. С первого же выстрела уничтожает РХМ позор вагона, поджигает его, естественно, потому что у хори огромный калибр орудия, а как вы знаете, девочки любят огромные пушки. Ставь лайк, если у тебя огромная пушка. Вот, 149 миллиметров орудия, обладает невероятной критуемостью и мощностью жеребца. Пока что ничего в бою не происходит экстраординарного. Я бы, конечно, по двумя артами здесь не рисковал бы играть в центре карты, однако что-то, да, происходит, и танки все же подставляются, а хори не светит. Сводится в 268 вариант 5, уверенный выстрел на 750 урона. 268 вариант 5 остается здесь особо-таки без хп. Попрошу вниманию ваше сейчас акцентировать на мини-карту, потому что прямо сейчас вы можете лицезреть, как союзная мантикора падает камнем вниз, вот, ее поедут убивать, вот, и на фланге находится на 9-й нулевой линии Т-62 и Минотавр. Ситуация вроде бы в бою неплохая. То есть два танка команды соперников умерли, один из них это ЛТшка, второй это Удис. Также сейчас, ну, будет минус, естественно, от команды соперника по Мантикоре, потому что она не смогла уехать здесь. Ну и нужно прикрывать, естественно, гору, потому что она является самым слабым звеном сейчас в данный момент времени на карте. Перезарядка на фугас, уверенное пробитие по вафле, и все в этом бою пока что хорошо складывается. Для InStress раскидывает она своих противников направо и налево, но в основном, опять же, акцентирует свое внимание как раз-таки на горке. По причине того, что если вдруг пронесут гору, то придется уезжать с центра карты, как-то пытаться сейвиться, вот, в аллее, а против ебра вражеского это будет прям, ну вот, неприятное занятие, потому что... Когда у тебя нет ЛТшек, а у команды противника ЛТшки есть, то тогда будет очень тяжело отстояться на аллее, потому что тебя, вероятнее всего, через кусты, через командирский обзорный прибор ЛТшки пересветит, ну и надает люлей. Идут блайнды различные, вафельку, мантикора крайне сильно подставляется, и сейчас будет отправляться в ангар, потому что не рассчитала, уничтожают ее. Бабаха, скимпы, и остается 1.62 на фланге против концепта 5, Т-57 Heavy, вафли и бабахи. 4 танка на 1.62. Если команда противников захочет, они просто возьмут, нажмут на левую кнопку мыши, на W, и просто уничтожат, пронесут эту 62-ку. Вопрос, как оптимально ее здесь засейвить? Естественно, нужно просто перманентно целить гору. Каждый подсвет 62-ки должен сопровождаться колоссальным, космическим количеством нанесения урона. И как раз таки InStress пытается это сделать. Ведь у хури отличный ДПМ, отличная точность, пробивная мощь и все различные другие качества, которые способны как раз таки
задефить эту 62-ку. И вот как раз-таки здесь и начинается самое интересное. Почему видос называется «Взвод без взвода»? И почему девочка создала своеобразный взвод без взвода? Потому что данная игра была построена чисто на двух танках. На 62-ке и на Инстресс, которая играет на Хори. Прямо сейчас они 62-кой начинают творить настоящую мамашу. Во-первых, убили, естественно, Вафлю. 62-ка стоит одна. Ее окружили. Концепт 5-й где-то ползает там на 8-й-9-й нулевой линии. А Инстресс просто перманентно целит эту 62-ку. Потому что если на нее сейчас упорится Т-50 Хэви, нужно будет эту 62-ку взорвать. Упарывается на 62-ку Т-50 Хэви, моментально щелкается и умирает. Артиллерия помогает Т-62-ке уничтожить концепта 5-го, и 62-ка стремительно просто летит вниз для того, чтобы убить своего обидчика. Размениваются снарядами, но поскольку перезарядка у 62-ки быстрее, чем у концепта, она все же смогла забрать британского колесника. Ситуация крайне печальная сейчас в бою, потому что команда летит 3000 по очкам прочности. Тем временем наша девочка здесь настреляла уже 4100 урона, 4 фрага, и нужно убегать. Нужно убегать с центра карты, потому что если здесь остаться в центре, то могут возникнуть большие проблемы, потому что в центре карты по-прежнему живой 780, есть еще две артиллерии, и нужно, ну, как-то выбрать точку, момент, когда можно будет улизнуть, когда можно будет свалить, потому что оставаться вот здесь, в пятой линии, вот в этой канаве, это равносильно самоубийству, да, и нужно все же найти какой-нибудь тайминг, опцию для того, чтобы свалить. И вот как раз-таки прямо сейчас 780-й вражеский получает очередной выстрел от арты. И Инстресс на волевом решении пытается здесь выцелить Бадгера. Выдает ему выстрел на ЛД, повезло. Нужно, короче, свалить. Она сейчас должна на волевом решении просто взять, собрать свои яйца. Ну, условно говоря, яйца в кулак и постараться уехать. Я не знаю, как это получится или не получится, но она стоит, подсвечивает для 62-ки. 62-ка уничтожает. Заметьте, опять же, как будто они играют во взводе, да? То есть она встала в кусты какие-то просто в центре поля, вот, подсвечивала для 62-ки, которая осталась ваншотная после прикрытия горы. И уничтожила 780-го, который ее не отпускал с центра карты. При этом прямо сейчас бабаха выезжает уничтожать 62-ку. Закидывает бабахе выстрел. Бабаха остается ваншотной. И нужно ее будет стараться убивать. Уничтожили бабаху. Бадгер уже с аллеей начинает дамажить. СТРВ 103Б подкатила к центру карты. Ну и нужно валить. Нужно валить с центра. Нужно постараться забирать такую позицию для того, чтобы отстреливать танки с разных сторон. Едет у нас Инстресс на гору. Хочет заехать на горку. Но понимает, что если она, наверное, поедет на гору, то возникнет проблема со сбитием базы. И нужно будет как-нибудь здесь ее дефить. Находит какой-то один куст одинокий. Просвечивает кранвагона. Кранваген подставляется. 62-ка выдает выстрел. Дает выстрел Хори. 62-ка пытается добить кранвагена. И вопрос, получится ли. Выцеливание. Пробитие в кранвагена. Повезло, выстрел залетел. И нужно валить. Нужно постараться найти как-нибудь Бадгера. Тем временем счет 2 против 4 на табло. 3 фрага у 62-ки. 5 у Инстресс на Хори. Передвигается на ближе к железной дороге в квадрате А6. Зачем она это делает? Чтобы в любой момент времени выйти и уничтожить Бадгера ценой своих ХП, сбить базу и оставить 62-ку вместе с Хори против стервы. Не повезло, 62-ка, по всей видимости, просветилась. И наша одинокая девочка остается одна.
здесь против 4 танков команды соперника. 6 тысяч урона уже, 5 фрагов, ваншотный бадгер, двушотная стерва и 2 артиллерии. Ситуация крайне неприятная, но нужно рисковать. Нужно выезжать и стараться минусовать бадгера. Выезжает инстресс, не видит бадгера, подсвечивается здесь арта, выдает выстрел в артиллерию. И на захвате базы все же стоит СТРВ-103Б. Уничтожили стерву. Бадгер подставляется. Пошла перезарядка на фугас. Уверенный выстрел бадгера. И попадание в огромный слой брони. Фугас наносит всего лишь 70 урона. И сейчас нужно сбивать базу. На характере, на яйцах сбивать базу с СТРВ-103Б. Переходим на ББшки. Выезжаем. Через вагон сводимся в стерву. Стерва не пробивает. Минус стерва. Ситуация 1 в 2. 7 фрагов. Бадгер очень сильно подставляется. Нужно увернуться от арты. Используют аптечку. Выцеливает бадгера. Минус бадгер. Отлично. 1 в 1 ситуация против арты. 62-ка там просто рукоплещет. М на шару. Хорош. Что за дела? Просто супер хури отыграла, меня прикрыла и так далее. 62-ка тоже огромный молодец. Парень очень хорошо сыграл. Змей 48 лип. Ну и осталось дело за малым. Уничтожить артиллерию. Давайте немножко перемотаю. Едет у нас хоришка. Вычекивает гору. Засвечивается артиллерия. Минус арта. 9 фрагов, 8000 видимого урона, плюс блайнды. И потрясающая командная работа, даже без взвода. Бывали ли у вас такие катки? Обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на девочку, на ее канал, на Вэка Плей, а также Трово. Ссылочку я оставлю в описании. Всем вам хорошего дня и do damage.